Мята или Челси? Мята. Правая сторона или левая сторона пульта? Правая. Самоизоляция или работа? Работа. Скопировать или создать? Создать. Толстый или длинный? Длинный. Молодого или постарше? Постарше. Диджей Сэм или диджей Белла? Белла. Диджей Пятишка или диджей Ачил? Пятишка. Деньги или секс? Деньги. Мама или папа? Мама. Грудь или попа? Сиськи. Банты или банты? Бант. Квартира или дом? Дом. Гифки или стикеры? Стикеры. Аудио или видео? Видео. Вино или водка? Вино. Кальяна или караоке? Кальян. Диета или пожрать? Пожрать. Веган или мясоед? Мясоед. Народная или профессиональная медицина? Профессиональная. Правда или действие? Действие. Мороженое или пирожное? Пирожное. Трамп или Путин? Трамп. Хочу в Америку. У Путина уже была. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Твое настоящее имя? Динара. Сколько тебе лет? 29. А на сколько чувствуешь? 24. А сколько дают? 24-25. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Нет. Почему развелась с мужем? Потому что не было ответственности за свою семью и было рукоприкладство. В какой школе училась? 101. Твоя первая любовь? В 16 лет. Какой ты национальности? Татарка с узбечкой. Веришь в гороскопы? Да. А в Бога? Да. А в инопланетян? Нет. Ходила к экстрасенсам? До 20 лет баловалась. Твой фетиш? Мужская попа. Кем работаешь? Диджей. Что ты делаешь лучше остальных? Я много разговариваю. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? 1500 УЕ. Сколько зарабатываешь? От 1500 УЕ. Встречаться с мужчиной ради денег и раскручивать его – это нормально? Да. Самый дорогой подарок от мужчины? MacBook последней модели прошлого года, получается. Самый дорогой подарок мужчине? Все золото вернуло мужу стоимостью $600. Сколько или что предлагали за секс? Деньги 2-3 тысячи. Причем я работаю, стою, ко мне менеджер подходит и предлагает такие вещи клиенту. Ты обеспечиваешь родителей? Да. У тебя есть машина? Да. Spark 15 года. Брала на выкуп на 2 года, сама купила. Какой у тебя телефон? iPhone XS Max. Это подарок? Нет, сама купила. Дралась? Да. Попадала в изолятор или тюрьму? В РОВД сидела. Почему? Потому что девочке нос сломала впоследствии драки. Насколько ты ревнивая? Я собственница очень ревнивая. Почему ты ревнуешь? Потому что мое это мое. Я считаю, что во мне есть все, чтобы мужчина не смотрел на других. Ты росла в полноценной семье? Да. Веришь в любовь с первого взгляда? Нет. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Да, было. Ты прощала измены? Да. Лично ловила за изменой? Да, 2 раза. Последний раз, через час моего ухода, мужчина привел в дом другую женщину. Сколько лет твоему сыну? 7. Отец помогает? Нет, вообще. Знакомишь его со своими парнями? Нет, не знакомлю. Я считаю, я познакомлю только тогда, когда будет все серьезно, дабы не разрушать детскую психику. Аборт – это преступление? Да. Это преступление, на которое можно пойти? Я считаю, да, но ситуации бывают разные. Кто виноват в домашнем насилии? Мужчина в большей степени, потому что женщина, она сопьется и никого трогать не будет. А у мужчины с детства закладывается, когда папа бьет маму, и он считает, что это нормально, и во взрослой жизни он себя так же ведет. Бьешь своего сына? Нет. Домогались? Ну, бывало, там... потрогают или шлепнут, когда я танцевала гоу-гоу на тумбе. Тебе стыдно за свою работу в гоу-гоу? Ну да. Как относишься к лесбиянкам? Нормально. А к геям? Тоже нормально. А к разрешению однополых браков? Нормально. Усыновлению такими парами детей? Ну, 21 век можно. А если это твой сын будет? Ну, я не рассматривала такой вариант, но я думаю, что я все-таки... постараюсь поддержать его в этом, наверное. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Да. Как относишься к проституткам? Нормально. Кто такие для тебя шлюхи? Шлюха для меня та, которая каждый день меняет партнера, не следя за обстоятельствами, ей все равно просто перед кем ноги раскрывать. Количество бывших парней имеет значение? У женщины, да. А количество партнеров? Тоже считаю, что да. Какое количество нормально, а какое уже перебор? Ну, так как мне уже почти 30 лет, до 33-4 парня, я считаю, с серьезными отношениями это нормально.
Если 10, то это ненормально. Секс без отношений – это нормально? Нет. Секс на первом свидании – это нормально? Нет. Количество бывших девушек у парня имеет значение? Нет. Спала с девственником? Нет. Во сколько лет нормально терять девственность девушки? 19-20, осознанный возраст. Секс до брака – это нормально? Да, я считаю, потому что если человек не понравился в сексе, то там и брака никакого не будет. Самое главное в отношениях? Уважение, доверие и ответственность. Твое отношение к легализации борделей? Нормально. К легализации легких наркотиков? Думаю, что нет. Когда в последний раз плакала и почему? Практически год назад был сильный стресс. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да. Куришь? Нет. Как часто пьешь? 2-3 раза в год могу выпить. Самый худший твой поступок по пьяни? В сентябре танцевала в Ван Море на баре, очень пьяная, что-то стыдно было приходить, полгода там не появлялась. Ты красивая? Да. Употребляла наркотики? Да. Во сколько обычно приходишь домой? В 2-3 после работы. Какой у тебя есть комплекс? Лишний вес. Сколько весишь? 70. Любимое матершинное слово? Сука, блядь. Самое главное во внешности мужчины? Мужчина не должен быть красивым, мужчина должен быть мужчиной. Часто врешь? Редко, но метко бывает. Ты сплетница? Да, когда с девочками собираемся, косточки помываем. Как тебя хейтят? Да, когда ты уже похудеешь, все, худеешь. Кто тебя хейтит? В основном женский пол, думаю, так как профили левые. Что скажешь своим хейтерам? Следите за мной, я все-таки похудею. Как бьет карантин по финансам? Ну, очень-очень плохо были планы на покупку квартиры, но теперь квартиры не будет. Последняя твоя зарплата? 19 марта был последний мой рабочий день. Крадешь сеты? Да. Часто меняешь свое мнение? Ой, да, я близнец, у меня 2 головы, 7 пятниц на неделю, но что касается серьезных вопросов, я очень ответственный человек, и я не меняю своего мнения. Почему часто говорят, что мужики козлы? Ну, я считаю, это говорят либо неудачницы, либо, не знаю, несостоявшиеся люди. Часто смотришь порно? Я не смотрю его. Почему? Ну, у меня в голове больше фантазий, чем в порно. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? На 8. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? На 15. Живущий и родившийся в Узбекистане обязан знать узбекский язык? Думаешь, что да. Ты знаешь узбекский? Нет. Ты одинока? Частенько, да. С милым рай в шалаше? Нет, лучше плакать в лимузине, чем в автобусе. Сколько у тебя было парней? 4. А сколько партнеров? 4. Как относишься к случайному сексу? Вообще никак. Ну, если только с бывшим. Хочешь уехать? Не навсегда. Как можно познакомиться с тобой? Отправить мне шикарный букет цветов с подарком от души. Какая у тебя репутация? Ну, по слухам, вроде нормальная. Делала пластику лица или тела? Нет, но хочу. Размер имеет значение? Да. 15 сантиметров – это приговор? Нет. Ты принцесса? Да.